У будущих профессионалов появилась собственная аллея. Ее так и назвали – аллеей молодых специалистов. Ели и липы – более 30 саженцев сегодня высажены на земле Шаранского района. Смотреть за нами, полить за нами, как бы, и уже приходите гулять. Свой вклад в озеленение внесли молодые специалисты одного из крупнейших предприятий республики. Аллея стала площадкой возле нового дома работников предприятия. Шаранский район – первый, где высадился зеленый десант, но далеко не последний. Планируется делать это каждый год с выездом в разные наши линейные производственные управления, чтобы у всех была такая возможность гулять по аллее молодых специалистов. В Шаранский район молодые газовики, а их за последние 8 лет принято 470 человек, съехались из всех филиалов предприятия, расположенных в самых разных районах республики. Кроме миссии озеленения, их ожидала экскурсия в местное линейное производственное управление магистральных газопроводов. Здесь молодые специалисты ознакомились с работой компрессорных станций, от работы которых зависит газоснабжение сразу 3 магистралей. О стратегии профессионального развития и накопленном опыте молодые специалисты говорили уже на специальном заседании. Как решают те или иные вот как раз проблемы, кто как подходит к ним, к реализации, у кого какие программы, мысли, идеи, обменяться опытом. Каждый выпускник хочет работать на предприятии, его права были как-то защищены, чтобы он смог адаптироваться на предприятии. И с этой целью мы помогаем им, специалистам, развиваться. Пока молодые специалисты делились опытом и профессиональными заботами, заложенная ими аллея уже привлекла первых отдыхающих. Гульнас Нураева, Юрий Ефремов, Вести, Башкортостан.